ревайлдинг – это внедрение в дикую природу тех видов, которые у нас обитали в прошлом. Это первый вот опыт наш, когда мы начали расселять, допустим, вселили этих лошадей. По инициативе, опять же, голландской стороны мы завезли 150 конников для того, чтобы посмотреть, как они с точки зрения экологической будут не только обитать у нас, но и будут приносить определенную пользу в экологическом плане тем объектам, на которых обитают. Мы здесь подготовили определенные угодья для того, чтобы они не зарастали просто-напросто нежелательной травянистой растительностью, нежелательной древесной растительностью. Как раз-таки коник завозился для того, чтобы выстроить определенную цепочку, пищевую цепочку. То есть он съедает на корню, трава поднимается, приходит зубр, олень, лось ее съедает. И таким образом, в принципе, все получают свою долю от той растительности, которая произрастает на этой территории. Они так и называются, тарфановидные лошади польской породы коник. Самый основной признак – это у них такой поясок по всему хребту идет, черный поясок. Зеброидные ноги, похожи как конечности, как у зебры, полосками тоже интересные. У молодых же ребят еще представлены гривы, стоят, как иракез, так можно назвать, и небольшой хвост. Но потом уже с возрастом, когда они начинают расти, гривы отрастают и уже падают на бок, как уже проявляется, скажем, ген домашней лошади.